Адвокат Мэтт МакКивер скоро начнет принимать оплату в криптовалюте. Согласно CoinDesk, ранее адвокат попросил Государственный совет по вопросам этики штата Небраска о принятии биткоина в качестве оплаты адвокатом. Орган, состоящий из 8 членов, назначенный Верховным судом штата, заявил, что любые принятые криптовалюты должны быть немедленно преобразованы в доллары США. Одним из элементов этого постановления стал призыв к использованию кошельков с несколькими вариантами хранения средств. Теперь Мэтт МакКивер сказал, что его фирма Couple Rocky McKeever & Schlecht проводит официальную политику принятия криптовалюты в качестве оплаты. В настоящее время не ясно, когда их практика официально начнет принимать криптовалюты.